Традиція проведення міжнародних нумізматичних конференцій на історичному факультеті Білоруського державного університету народилася у 2010 році, коли у пам'ять про засновальника білоруської наукової нумізматики Валентина Наумовича Рабцевича і до відкриття нової експозиції нумізматичного кабінету були проведені наукові читання. Поспіхове проведення форуму стало підставою для переутворення читання у періодичну конференцію. Третє наукове читання пам'яті професора Білоруського державного університету Валентина Наумовича Рабцевича проводилися на історичному факультеті 16 по 18 мая 2018 года. У них прийняли удел 66 дослідчиків, у тим ліку 40 з заміжних країн – Киргизстану, Польщі, Літви, Росії, України, Швеції, Чехії, Молдови. По меркаванні удельников это свідчить об важности и значности конференции для региона Усходней Европы. Прекрасно, что традиция, заложенная в университете, в музее Валентина Наумовича Рабцевича, продолжается, и научная нумизматика в Беларуси развивается пышным цветом. Добре, что проводится регулярно, добре, что объединяет таких людей из разных стран. Тут и Россия, Литва, Украина, Польша. Навіть з Киргизії є один представник. Сапраўды размах географічно уражвае. Удзельнікамі конференції була закранутая самая разнастайная тематика. Значная частка паведамленняў так ці інакш тычылася навуковай спадчыны Валентина Наумовича. Непасрэдна самому вучонаму быў прысвечаны даклад Ірыны Наумаўны-Колабавай, якая распавіла пра эпісталярную спадчыну выбітнага нумізмата, у прыватнасці пра ягоную перапіску з калегамі і настаўнікамі з Ленінграда, Спасскім, Дабравольскім і Северавай. Цёплымі ўражаннямі пра Валентина Наумовича падзяліўся доктар габілітаваны Яраслаў Бодзык, Ягеллонскі універсітэт Польша. Думаю, что это был самый великий нумизмат белорусской страны. Так что я с удовлением получил приглашение на эту конференцию и с приятностью сказал, что там о нумизматике какой-то памяти. Античная нумизматика была представлена шерогом поведомлений. Прогушали доклады про близкоусходние начаканки на электровых монетах 6-4 стагодзяў до нашей эры, сучасный стан и перспективы дигитализации античной нумизматики в Усходней Европе. Аўтарский коллектив на чале с доктором хабілітаваным Яраславом Бодзыкам ознаёмил удельников конференции с проектом «Знаходки римских монет с Польшей территорий, исторично связанных с Польшей» и с реализацией его у историчном регионе Малопольша. Некалькі паведамленняў были присвечены знаходкам римских монет на территории Беларуси и Украины. Наступный блок докладов датычился пытанням нумизматики ранняя середнявеч. Доследчики распавялі про скарбы арабских дирхамов с Гнездова и Пинска, про знаходки арабских и заходнеевропейских монет у курганах Центральной Беларуси. Традиционно самая актуальная для белорусских нумизматичных конференций темой, якая выкликает горячие дискуссии и спречки, застается чаканка монет у Великим князьстве Литовским и на прилеглых территориях у 14-15 стагодзях. На секции «Грошовое оборачение» у 14-16 стагодзях прогучали доклады украинских коллег про монеты удельных северских княств, якія имитовали золотоордынскую чаканку, про смоленские монеты с выявы Калюм. Наибольшую затекавленность и протяглое меркование выкликал доклад про хронологию и миссии монет Ягайлы и семантику выяву на іх. Некалькі паведамленняў было прысвечана новым знаходкам ранніх манет Вялікага княства Літоўска на сучасных Маладзечыншчыне і Смаленшчыне, а таксама знаходкам з магільніка 14-16 стагоддзя каля вёскі Грынцы Ашмянскага раён. Роскід манет на абарачэнне на нашых землях прыпадае на 16-17 стагоддзі. Натуральна, што гэты час не застаўся па-за увагай удзельнікаў канферэнцыі. Варта адзначыць выступленні беларускіх гісторыкаў Валерыя Кабрынца і Марата Клімова, якія разгледзелі падзеі інфлянскай вайны на падставе нумізматычных знаходок. Асобнае пасяджэнне на трэціх навуковых чытаннях было прысвечанае тэме падробкі грошаў у розныя гістарычныя эпохі. Пасяджэнне адбылося ў сценах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, які выступіў партнёрам Белдзяржуніверсітэта ў справе арганізацыі сёлетніх чытанняў. Выступленні на секцыі фальшывамонецтва ахапілі шырокі храналагічны дыяпазон ад 10 да 20 стагоддзя. Сярод дакладаў варта адзначыць паведамленні пра фальшывамонецтва ў Чагатайскім Улусе, пра фальшывыя манеты Ягеллона ў калекцыі Нацыянальнага музея ў Кракаве і про фальшивомонетчиков Смоленской губернии Российской империи. Особливую затекавленность удельников конференции выкликало поведомление про уникальную подробку медной копейки русского царства. Специально до конференции Национальным историческим музеем была зладжена выстава «Злодейские гроши або история фальшивомонетства». Выстава мела мэтой показать историю и материальное сведчение одного из самых старожитных и распаўсюджаных злачынстваў – подробки платежных сродков. У ее подрыхтоўцы приняли удел шэраг музеев республики, у тым ліку и музей исторического факультета БДУ. И уже у нас есть
есть целая конференция этому посвященная, уже целые секции, и очень приятно то, что это направление изучается также в Беларуси, и открывается выставка профильная, которая характерна, ну, там вот есть в Санкт-Петербурге подобная выставка, есть за границей, в Европе, на территории стран бывшего СНГ. Вот, конечно, это очень явление редкое и очень эффективное. Нумизматичные конференции традиционно являются местом обмеркования актуальных проблем сумежных исторических дисциплин – сфрагистики, геральдики и фалеристики. Не стали выключением и третье науковое читание памяти Валентина Наумовича Рабцевича. Доследчики рассказали про распочатую працу по каталогизации знаходок драгичинских пломб у Минску и его в околицах. Шерох докладов был присвящен новым знаходкам вислых печаток на территории Полоцкой земли и в інших регионах. Прогучала история сфрагистичной коллекции Национального музея Литвы. Два выступления были присвящены геральдице. В огуле третье науковое читание памяти профессора Валентина Наумовича Рабцевича прошли на высоком профессийном уровне. Широкое географическое представительство удельников, разностайная тематика и науковая значность поведомлений, острые дискуссии под час посяджения – все это наближает конференции исторического факультета БДУ до самых престижных нумизматичных науковых форумов Центральной и Усходней Европы.